В областном союзе журналистов прошла пресс-конференция, посвященная крупному всероссийскому соревнованию по мотокроссу, которое состоится в нашем регионе. 26 и 27 июня на новой трассе в Тарском районе пройдут сразу два состязания. Третий этап Кубка страны в соревновании женщин и шестой тур открытого чемпионата области. По мнению председателя региональной федерации Евгения Кулькова, это важный момент в развитии омского мотокросса. Скоростная, насыщенная разнообразными препятствиями трасса успешно прошла сертификацию. На ней можно проводить и российские, и международные соревнования. Основная цель – это повышение уровня спортивного мастерства наших спортсменов. Потому что, когда к нам приезжают со всей России участники, как правило, там люди, которые достигли определенных высот и выше, допустим, наших спортсменов, там, чемпионы России, серебряные призеры. И они показывают свое мастерство. Наши спортсмены учатся. Нашу область представят более 100 мотокроссменов, и, как подчеркнул министр спорта региона Дмитрий Крикарьянц, большая часть гонщиков – это молодые и юные таланты, быстро прошедшие путь от побед на празднике Севера и Королеве спорта до медалей всероссийских соревнований. Мотоциклетный спорт в Омской области на сегодняшний день вышел уже на какой-то более качественный и большой этап, да, с учетом, прежде всего, наверное, неравнодушие людей, которые им занимаются. Хотелось бы сказать о многолетних традициях, которые существуют у нас во многих районах нашей области. В городе Омске это, конечно же, и Омский, и Таврический, Тарский район, Азовский, Калачинский, Армиловка, Называевск, Большевуки, Нижний Ом, Катюкалинск, Червак. То есть это все, вот я перечислил, те территории, которые у нас ежегодные участники и праздника Севера, и Королевы спорта по мотоциклетным дисциплинам. Это люди, которые участвуют от сборной команды региона во всероссийских соревнованиях и в международных соревнованиях. Я считаю, что вот та динамика развития этого вида спорта, она прежде всего основана, конечно, на людях, которые отдаются этому полностью. Особые надежды связываются с хозяевами трассы, мотокроссменами Тарского района. В минувшем году при поддержке местной власти рядом с трассой начал работать мотоклуб «Застава Ермака». Молодой тренер Андрей Крутиков трудился, не покладая рук. Юные торчане быстро прибавляли в мастерстве. Были приобретены классные австрийские, шведские и японские мотоциклы. В этом году лучшие гонщики, как юноши, так и девушки, успешно стартовали во всероссийских соревнованиях. Уже 5 этапов проехали в Омской области. Ну, то есть первый год занятий у нас, в принципе, неплохие результаты. То есть на 2 этапах 3-е место было. Тут вот последние 2 этапа 4-5 место. У нас мотоклуб, порядка там 20 единиц техники. То есть ребятишек, ну, ко мне ходят в районе там 25 человек. В Кубке России наш регион представит омичка Екатерина Дуб и спортсменка из Тары Александра Гибалова. Женщины будут соперничать на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Наши спортсменки готовы бросить вызов лидерам соревнования – гонщицам из Санкт-Петербурга, Москвы и Ульяновска.